В музее прошел отчетный концерт коллектива детской музыкальной школы и этнического ансамбля «Вывка». Творческая команда презентовала проект «Звуки Севера», который знакомит зрителей с уникальным культурным наследием коренных и малочисленных народов Ямала. Инициативу авторского коллектива поддержали в «Газпромнефть» Ноябрьск-Нефтегазе. Национальные костюмы ненцев, шаманские бубны, этническая музыка. Полное погружение в творчество коренных народов Севера. На сцене ансамбль детской музыкальной школы «Вывка». В переводе с ненецкого значит «песня ветра». Ребята в коллективе самых разных возрастов, но всех объединяет любовь к творчеству и культуре родного края. Работа над проектом «Звуки Севера» длилась в течение 3 месяцев. Участники подбирали песни, делали аранжировки, учились играть на этнических музыкальных инструментах и много репетировали. Результат впечатляет. Команде проекта удалось создать творческие номера и 2 музыкально-просветительских выпуска. Первый посвящен вокальному творчеству народов Ямала, второй – магическому музыкальному инструменту, шаманскому бубну. Каждый выпуск сопровождается выступлениями артистов этнического ансамбля «Вывка». И вообще было очень интересно работать над этим проектом, потому что мы вот погрузились в этот проект, и мы сделали на самом деле какую-то даже небольшую исследовательскую работу. То есть и даже сами, когда пересматривали их уже при монтаже, в некоторых местах даже бежали мурашки. Было очень интересно. Для детей это что-то новое, и они прям с удовольствием погружаются вот в это все. Реализовать задуманное получилось благодаря победе команды музыкальной школы в грантовом конкурсе «Родные города» компании «Газпромнефть». Узнать об уникальной культуре северных народов, обычаях и музыкальном наследии теперь может каждый. Выпуски публикуются в социальных сетях детской музыкальной школы. Это было все очень интересно. Мы разучивали разные песни на ненецком языке. Я проживаю на севере, и мне это интересно узнавать, как живут ненцы, ханты. Для меня это стало совершенно новым. Прям я открыла в себе прям ненецкую девочку. Больше всего запомнилось вот эти те самые ненецкие песни. Они очень красивые для меня и костюмы. Коллектив музыкальной школы не впервые воплощает в жизнь проект, который погружает зрителей в богатое культурное наследие народов Севера. И каждый раз с поддержкой грантами родных городов. Зрители достойно оценили выступление. В зале долго не стихали аплодисменты. «Звуки Севера» никого не оставили равнодушными. Ансамбль «Вывка» будет и дальше радовать зрителей яркими номерами. Алена Гафарова, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.